Не хочешь посмотреть видео, где нас с Мариной оценивали? Я хочу посмотреть видео, где вас с Мариной оценивали, давай. Мужики, сейчас... Видео называется «Парни оценивают стример». Гаечка ТМ, Якадзе 007 и Эксидае. Ну-ка, дай посмотрю. Так, сколько просмотров? Давайте посмотрим. Ну, там нормальное видео, я его все посмотрела. Без осуждантусов? Без осуждантусов. Качается. Тут можно выяснить, что думают москвичи о наших замечательных... Что думают москвичи? Москвичи думают, что тебе, блан, надо бы надеть масочку на экран лицо. Покажи. Да, я в курсе. Целую мой экран, пока я онлайн. Как это, нахуй, москвич без масочки вообще, в принципе, в метро штраф приходит. Я считаю, штраф надо 5 тысяч ему. 5 тысяч штраф. Стримерша. Обязательно ставь ролику лайк, досматривай до конца. Приятного просмотра. А масочка в руках? Ну хули. Приветствую смотрящих. У меня есть 3 девушки. Надо каждую... Надо каждую оценить. У тебя ни одной нет. Кстати, вот этого я не видела. У тебя ни одной нет. Я тебя захуярю. Зачем? У всех красивые глаза. Вы что скажете? Сначала расскажи нам, зачем. Блин, не выебывайся, давай. Да, надо. Надо. Все красиво. Все симпатичные. Сколько вот, вот а этой лет? Вот этой сколько лет? Да. Да, пизда. А вот этой? Мы все одного возраста, я думаю. Всем по 15 лет. 15-16. Ну, может, по 17. А это и 15. Ну, то есть, они вот эти двое совершеннолетние, только вот этой 17. А эти? Я выбираю себе девушку. О, отлично. Поможете с выбором? Легко. Давайте. Три кандидата. Значит, смотрите. Значит, что мы можем сказать по первой девушке? Микрофон у нас работает? Работает. Значит, смотрите, по первой девушке мы видим, что она щекастая. Щекастая. Она щекастая. И либо фотограф сделал снимок, ну, таким способом, да? Она красится, ну, так себе, да? Видим надменный взгляд, абсолютно, уничтожающий вас как личность. На самом деле, ничего зашкварного, это мне. Ужасно красишься, блядь, я тебе так скажу, слышишь, Гайка? Да, почему? Что тебе не нравится? Ёб твою мать. Гайка, ужас нахуй, как так можно краситься, блядь? Согласна. Значит, девушка, у нее что? У нее есть волосы, это плюс. Вот. Бля, слушай, если, наверное, где-то он волос не видел, наверное, человеку недолго осталось. Нет, дальше. Не у всех. Вот, в тех местах у девушек есть волосы, самое главное. Вы чувствуете, да? Ну да. Да-да. Вот, как вот с волосяными, так сказать, зонами? Вам известно? Известно. Что? Все. Это ваша мать? Смысле, а что, вы не хотели, чтобы так выглядела ваша мать? Нет. Нет? Вот если так делать... тогда зачем она тебе? Это кто у кого интервью нахуй берет? Нет. Если ты, вот смотри, начнешь с ней общаться, возможно, она сделает тебя отцом. То есть девушка должна быть как мать? Не мать. Не мама. У меня... Масясь. Нет, никак. Просто ты представляешь вот ее матерью. Вот, понимаешь, голодные дети, без образования. Нет, ну, вот это, момент, она нет. Сидит, она сидит, красится, дети все. Это же реально про Гайку, ну типа, сори. Ты чё, почему? Какие дети? Мне 17, какие дети, без образования? Без образования, она я сама красится. Ребенок. Подрубает стрим, собирает деньги на донат. Вокруг 5 кошек на пол срут. Нечего жрать в доме. Нахуй сидит, стримит. Нахули еще делать, да? Так и есть, я считаю, все прямо. В говне, оно тебе надо. Вот все в говне, посмотри. Говорит. Ну, нет, так вот я не собираюсь пока рожать. Ты же не представляешь, ты же рожать хорошо, что не собираешься. Понимаешь, когда ты собираешься рожать, братан, тут ты хотя бы начал бы сразу. Ты сказал, что ты можешь рассказать про эту девушку? Как ее вообще зовут? Это не имеет значения. Девушка номер один. Неважно, пускай ее зовут Клава. Меня, кстати, Тамара. Клава. Клава, бля! Это что, по щекам похоже, блядь. Настоящее имя. Твоя зовут Даша. Хуже. Клава будет, да. Вот. Ну там нет Клавы среди. Блин, сорвалось с Клавой, конечно. Типичная будущая домохозяйка, которая как где драка, где нибудь. Да это не вообще не про меня. Это не про тебя или про тебя? Он Марина, нет? А, нет, ты. Я вот общение с ней, это будет постоянно по кафешкам. Она даже не сможет пожарить тебе яйца. Не уж говоря о том, чтобы сделать яичницу. Охуел, я
блять, я думаю, какие яйца. Я думаю, пошутит же по-любому. Я на линию яйца готовлю. Мне кажется, что вот она картошки жареной поела, как будто. В плане? Ну, губы блестят, как будто. Вот это было очень неожиданно, конечно. Картошки поела? А, то есть ты хочешь сказать, у нее жирный рот? Ну, как жирный, в смысле? Ну, картошка же, она же на масле жарится, жареная. Масляный рот, знаешь. Масляный. Ну, масло, ну масло, это же жир. Да. Ну, то есть, понимаешь, она целлюлит. Охуел! Что, здоровье и мужа богатого, потому что... Дашу срут и посмотрите место локации под видосом. Тихо. И мужа богатого, потому что, ну, такую содержать, конечно, хватит денег много. Здрасте. Здрасте. Поможете мне выбрать девушку одну из трех? Вот у меня есть три фотографии. Ну давай, похуй, я люблю флешмоб. Какая самая красивая? Вот эти две нормальные? Вот это точно не? Пиздец! Блондинки или брюнетки? Вот эти две нормальные одинаковые. То есть вот это точно откат? До свидания. Гайка, пиздец, слышишь? Пиздец, минус лох, мораль. Потом, бля, после этого жалко, ролика даже так грустно стало. Да, реально? Да. Ну, Гайка, значит, надо, блядь, перестать жрать картошку. Это бальзам для губ. И начать жарить яйца, а потом готовить яичницу. Я нормально яйца готовлю. А жаришь? Жарю тоже нормально. Откуда ты знаешь, если ты ни разу яйца не жарила? Не пробовала. Ты что, я? Да, ты. Я жарила яйца. Вот ты готова как оно? И как оно? Пожарить яиц, блядь, Алёна. Прям сейчас, сегодня. Я подъедем. Ну, Джой, надо недолго ехать. А? Трое мужчин голодных приедут. Яйца пожаришь? Кого? Я готов, блядь, приехать. Я тоже готов, слышишь? Как ты будешь жарить там яйца, блядь? А, я пожарю, чё? Ну как, тебя пиши. Ну, берете сковородку, кладете ее на эту плиту. Не, а без сковородки как пожарить? Ну как без сковородки, ну... Не знаю, что, начнем с рук. Шеф, что надо сделать? Вот ты подходишь к яйцам, подходишь яйцами поочередно. Что ты делаешь? Разбиваю яйцо. Нет, да? Да. Нежно гладишь, а потом, блядь, облизываешь. Саня, если ты так яйцами... Берешь яйца в руки! И... перекатываешь. Зачем? Это же никак не повлияет на итоговый результат. В смысле, повлияет? Повлияет. Потом-то никак уже не получит пожарить. Так и на вкус это не влияет. А, ну на вкус может быть, кстати. На вкус согласен. Вы, я в куриных яйцах, вы о чем? Говорят, еще вкуснее с ананасами. Да, да. Яйца с ананасами. Если, знаешь, типа, предварительно кто-то ананасы ел, потом эти яйца... То есть, если петух, условно, joint time, например, поел, ананас поклевал, так сказать. Хватит, Вов, заканчивай. То потом очень вкусный белок, сладкий, наверное. Ой, блядь, по мою душу. Да. Зовут ее? Катя. Катя. Значит, какая она по характеру? Благодаря ее бровям видно, что она, собственно говоря, интроверт. Она из просто... Нет, не из интернов. Почему? Блин, ты мне мысль сбиваешь. Это хорошо. Слушай, ну, в целом обаятельная девушка. По чертам характера, кстати, я уверен, что достаточно хорошая. Вот пятна на лице есть. Это веснушки. А я думаю, заболевание какое-то. Нет, это просто веснушки. Вот по пуговке, что можно сказать по пуговке? У меня просто на трусах две такие. В целом, смотри, значит, какое экспертное мнение, да? Есть мнение? Есть мнение экспертное, что девушка довольно хорошая. Так мы же геи, хочу мы женщин обсуждать. Какие мы эксперты? Ладно. Говори только за себя. Велика вероятность, что тебе она подходит вот из всех этих трех. Да и не только внешне, даже по характеру. А почему по характеру? Ты же не знаешь. Ну, как бы видно. Ну, я не знаю, но я вижу. В смысле, откуда ты знаешь? Что? Ты видел таких? Конечно, тебя... сложно, да, тяжело, а ты как думал? У тебя комментарии намного активнее. А ты разгоняй, ты можешь меня перебивать, я только за. Мне нужна твоя помощь. Помогите! Мы смотрим на Катю. У Кати присутствует точка на лице. Соответственно, она как бы спрашивает тебя глазами, как ты относишься к моей точке, и найдешь ли мою точку? Не на лице. Она не улыбается. У нее черты лица вообще, ну, никак не подвязаны, у нее абсолютно прямой рот. Такое ощущение, что вот мы параллельно начали. Нет! Только что, в принципе, умные глаза, да, брови еще не соединились. Это очень хорошо. Видимо, либо депиляция, либо природа-мать против этого. Ну, естественно, что из этого может получиться. Тебе нужно выбрать какую-то из трех девушек, да? И сделать окончательный анализ, который бы подойдет именно тебе. Вот ты считаешь, что по фотографии чужой мужик может взять, сказать тебе, что будет с этой тёлкой в будущем. Какая вам больше всех нравится?
почему? Нихуя себе, блядь. Подожди, это пизда. Разыскивать? У короля мое сердечко. Да-да. Знаете, ни одна из них на низ не тянет. С таким ебалом вот так взял челюху, втянул, блядь, под нос. Как будто мы ему что-то плохое сделали. За что? Знаешь, ни одна из них не тянет на мисс Москвы. Но и ты не Патрик Суэйзи, извините. Последней девушке самый, так сказать, интересный. Что мы сразу можем сказать по ней, по этой девушке? Что она девушка. Знаешь, тут можно поспорить. Глядя на меня, вот так вот сесть, красиво, нравится. Это вообще не может сказать, что я не мужчина. Начнем с того, как ее зовут? Марина. Ну, что касается фотографии Марины, это вообще отдельная тема, потому что она вообще сидит в кресле каком-то, может быть, даже игровом. Соответственно, она тоже любит погамать. А, знаете, играю в игру, да. Я бездельничаю. Стой, откат, блин. Гамать, конечно, хорошо, но кто будет готовить жаль? Вот, и настолько она, понимаешь, устала уже даже гамать, что у Марины не держится голова. Она подпирает ее рукой, смотрите, она подпирает ее рукой. Как бы нам хотелось, чтобы голова девушки держалась просто на шее. И она вопросом своими глазами спрашивает, а ты поддержишь мне голову? И, возможно, женщина с несильной шеей будет не так хороша в постели. Потому что шея будет уставать, и потом тебе придется помогать ей. Ну, а что касается ее души и состояния, то она занимается киберспортом. Соответственно, психика у него ее уже расшатана. Можно говорю? Нет, нельзя. Вот. Возможно, да, она хорошо говорит, хорошо даже готовит. Но так как она тоже много за компьютером, много гамает, у нее получается, что она напрягается очень сильно. Самое главное по внешности, мы вообще ничего не можем сказать. Мы можем только предположить, ну да, есть черты лица. Все очень хорошо. Ну вот понимаешь, вот просто вот этот свет и так далее. Ведь можно же переснять ее просто в другом свете, там, в другом образе. Она будет выглядеть совсем по-другому. Она может быть просто дьяволицей. Экстравагантная бунтарка. Я даже это выговорить не могу. Я бы бунтарку тыкнул. Можете оценить трех девушек от 1 до 10? Не девушек? Ну да, это трое. 1 до 10. Да, первый. Ну, хорошая. Хорошая. Как думаешь, сколько ей лет? Наберет еще свои. Я бы поставил ей пятерочку. Господи, какой кошмар. О, Гайка, тебе так идет больше, кстати, привет. Ну, на будущее, чтоб ты знала, блядь. Ты сказала, какой кошмар, а так тебе больше идет. У нее есть характер. Да? Да, добрый вечер. Ну, ты как бы, ну, она явно постарше, чем... Потому что из-за того, что у тебя большие щеки, тебе прическу надо менять. Алло. А из-за волос, которые по бокам висят, у тебя щеки еще больше, кажется. Я, наоборот, волосами пытаюсь скрыть. Но если ты вот так вот делаешь сзади... А если я так затянуть, то щеки, типа, натянутся на затылок. Алло, ну мне одному, типа, вкатило вообще вот эта ставка была. Я бы поставил ей пятерочку. Ну вот, блядь, смотрите, лицо помолодело. Хотя нет. Ну есть такое. Может, чуть-чуть. Не помолодело. Ну тут нормально, мне нравится. Всё. Давай дальше. Славяночка. Какой кошмар. С Новым годом, братья славяне. Зачем уши держи? Чтобы не торчали. Хуёво, блядь, у меня вот тоже торчали. Ну ты мальчик. Скажи спасибо, что у тебя уши не как у Алохи были. Ну ты как бы. Ну она явно постарше, чем предыдущая. Он же знает, чем обвал ты характер. 7,5. Кому 7,5? Марине. А веснушка настоящая? Или это фильтр Инстаграма? Вопрос серьезный. У тебя родинка, это важный момент. Не, ну если веснушки настоящие, то это явно плюс балл точно. 7,5. То есть люди, которые, блядь, бабы, которые переживают из своих веснушек, прикиньте, я серьезно говорю, есть ценители веснушек, типа, без шуток. Все из них. Всех. Ну, вот с этими двумя я пообщался и сказал. Прикинь, есть бабы, которые переживают из-за своих усов. Бибигон, блядь. Это не бибигон. Слышишь, дядь, это не бибигон. А ты тут про веснушки и так далее. Не, я однажды задал такой вопрос. Я говорю, слушай, а вот если я пошел передернул, это измена или не измена? И она даже задумалась, понимаешь, она не смогла четко ответить на это. Не, ну сейчас современная молодежь даже не спрашивает, они передергивают друг другу. Вот, бубенцы звенят. А что, вы не передергиваете? Пока. Подведем итог. Как тебя зовут? Дмитрий. Глеб, очень приятно. Дмитрий, значит, у нас
есть девочка со слабой шеей, с чужими обоями, и девочка, которая с жирным ртом. Поела картошку. Ну, вот серьезно, вот это даже вполне ничего. А это если вот я говорю, вы вот смотри, у тебя, видишь, вот тут, и ты такая, и у тебя лицо толще, блядь. Да, это как комплимент, или нет? Или это как оскорбление? Вы тоже ничего. Ну, тоже ничего. Я просто так иногда людям живу. Кайка, давай, короче, я приеду, и тебе твои патлы отстригу нахуй, давай. Вов, ты чё? Не, я, кстати, мне пришла мысль как-то по неделю назад на лысо подстричься, но потом ебать, передумал. На лысо давай, мы тебе потом... Ну, каре хотя бы. Нет, корешечку. Мне волосы, да, ниже. Просто возьми, типа, и вот так вот с бантик сделай. Ну, не бантик, я не знаю, мне нравятся хвостики на бабах. Я не знаю, почему бабам не нравятся хвостики на себе, бля. Не говорю. Это тоже не может. И бабы такие свои волосы там наращивают, хуящут. Не понимаю нахуй вообще, какие волосы нарощенные, какие нет. Какие ухоженные, какие нет. Помыла башку, заебись уже, все. О чем-то поговорить. А это может быть такая милая, которая заменит и эту. Надо больше общаться. Нет, ну, с точки зрения искусство. Девушки все хорошие и красивые. Да и если знаешь... Ходи с хвостиком день. Ходил. И чё? Ну, ходил, были же стримы. Угу. Ща пёрну. Не надо. Птушку ест. Хотя бы она у тебя с голоду не поймёт. Будешь её картошку. Ну, что тогда, беру вот это. Берёшь вот этого, да? И тут она подходит и дает мне подсчётчик. Такой, ты охренел, блядь, что ты про нас тут наговорил? Вы чего? К сожалению, вот и подошел этот ролик к концу. Мало! Ну, прикольный ролик, да? Смешной. Прикольный ролик, неплохой.